Всем привет! Сегодняшний обзор у нас по машине, которая поступила к нам на продажу буквально перед Новым годом. Volkswagen Transporter Т5. Грузовое исполнение, как видно, прибыл к нам из Германии. Довольно-таки редкая позиция сейчас для пригона, не очень выгодная. Ну, попался нам такой вариант, решили мы его пригнать, попробовать на продажу. Машина, значит, 2014 года. Двухлитровый дизельный мотор фольксвагенский стандартный, комплектация: электрические стеклоподъемники, зеркала с подогревом, без кондиционера, правда, потому что с кондиционером они стоят совсем космических денег в Германии. Магнитола, кстати, с очень хорошим звучанием. Подогрев зеркал, подогрев заднего стекла, потому что сзади у нас хлопушка, в хлопушке есть стекло, оно с подогревом. Пробег родной машины 205 тысяч километров. Сейчас заведем, посмотрим, как машина работает. Мотор работает идеально, никаких ошибок не горит. Так, пробег у нас где-то сейчас, пробег не отображается. 205 тысяч 21 километр. На всю историю эксплуатации есть у машины сервисная книжка, как это часто бывает в Германии. Что очень приятно. Последнее сервисное обслуживание 174 тысячи километров. По состоянию машины можно сказать, что состояние вполне достойное. По кузову машина абсолютно не крашена нигде. И, соответственно, чудес не бывает. И у машины, которая не крашена, в процессе эксплуатации появляются кое-где какие-то коски, вмятинки. Сколы небольшие, незначительные. Так выглядит грузовой отсек. Вполне аккуратный. По-немецки. Не знаю, что они возят, что так получается сохранить в таком состоянии грузовой отсек. Он, ну, можно сказать, как новый. Потолок. Подсветка есть. Перегородка демонтируется, она откручивается. Можно эксплуатировать универсально. Мы, кстати, можем предложить при покупке этого автомобиля у нас качественное переоборудование грузопассажирского или пассажирского. Есть у нас стекла хорошего качества, устанавливаем стекла, обшиваем салон, и можно эксплуатировать машину как грузопассажирскую, ну или легковую, если надо 9 мест. Резина у машины, так сказать, процентов 40-50 среднего состояния. Ну вот такие мелочи. Можно полирнуть здесь кое-где. Это уйдет, кое-где не уйдет, останется. Еще раз грузовой отсек. Да, очень удобно переделать его грузопассажирского, вставить сюда стекло и напротив. И дополнительное тройное сиденье, у машины будет 6 мест. Лобовое стекло оригинальное, что подтверждает. Вот четверочка указана на лобовом стекле. Подтверждает, в принципе, бережную эксплуатацию и вероятность родного пробега. Потому что если пробег был бы больше, наверняка стекло было бы уже заменено. Сейчас посмотрим, что там под капотом. Капотное пространство не мылось, как есть, грязная, пыльная. Бирка на станции орал о замене масла. На том же самом пробеге, как в сервисной книжке, 174 тысячи. Сейчас заведем, послушаем, как работает. Ну, работает очень мягко.
претензий к этому нету.